Ребята, 78-й день к успеху. Мы на площади Республики. Вы посмотрите, что строятся дома. Вот это будет центр моды, когда будет экспо в Милане. Все идет строительство, будет современная такая точка в Милане, в этом старинном городе. И у нас очень приятная новость. Сегодня все гулянки закончили, вчерашний день без эмоций. Сегодня мы встали, сделали зарядку и пошли вперед. Сейчас я ходила опять в центр Милана, фэшн. К одному знакомому нашла телефон его, потому что много лет не видела. И завтра договорилась о встрече предложить наше реалити-шоу. Посмотрим, что получится. Жизнь продолжается. Мы всегда уверены, что успех нам придет, потому что мы для этого делаем все, что возможно. Поэтому будьте с нами. Целую.